Всем привет! Это Валерий, канал Путь Дорогу. И сегодня у нас еще одна небольшая вылазка из Ялты в Никитский ботанический сад. Едем мы туда в еще более усеченном составе. С Максимом. Привет, привет. И его женой Ольгой. Доброе утро. Самый простой способ добраться до Никитского ботанического сада из Ялты. На 42-м троллейбусе. Этим способом мы и воспользуемся. Ну, пожалуйста. Спасибо. Остановка детская поликлиника. Что разительно отличает Ялту теперешнюю от Ялты предыдущих лет? Это обилие полиции на улице. Замечателен факт, что троллейбус, съезжая с трассы Ялта-Алушта, сбрасывает рога и идет на электромоторах. А вот так вот выглядит билет на Никитский ботанический сад. Самый сильный аллерген из цветущих растений – олеандр. Всем предлагаю его понюхать, чтобы проверить свою иммунную систему. Не, это Ленин. Буквы сбили. Стыдливо, как сказал Максим. Кедр? Гималайский. И что с ним? Огромный. Сколько же ему лет? Ветвище вон какие. 180 лет для такого дерева, мне кажется, вообще не срок. Если он 2000 лет живет. Это нормально, а это, говорит, не удаляет, смотри. Бамбуковая роща, которую мы сейчас опять проходим, принесла следующую информацию. Бамбук может достигать в высоту 30 метров, а это, извините, 10-этажка. Кис ягодный. А ягоды где? Здесь можно заказать еще экскурсии, но мы сами со сами. Thank you.
до 20 метров. На ЮБК на южном берегу Крыма до 6 метров. Это самшит. Самшит, он знаешь, как долго растет? Не алтайский, а атласский. Вот так он видел. Выглядит в натуре. Крыму встречается от Севастополя до Гагарина. Ну, написано. Я ж тебе говорю, платан. Ну что, Макс, наблюдаешь розарий? Вот такой веник подарить кому-нибудь. Наверное, будет очень рад кто-то будет. Вход бесплатный, да, Макс, в лабиринт? А выход платный? Да, я с тобой согласен. Не пойдем тогда. Не отколупывай, а то завянет. Пойдемте в беседку, он какую-то китайскую. Профессионал, Валера. Как я вас целующимся сфоткал. Супер. Когда поехали в Таиланд, там начали прыгать с яхты. И, ну, и все там друг друга по очереди фотографировали, как чтобы плавно в воду войти. И вот там Валера, в общем, всех нафотографировал классно, а потом попросил, говорит, а теперь меня сфоткайте. Его сфотографировали, как будто он срать на палубу сел. Друзья не везде меня сопровождают. У них болят ноги, поэтому они сидят, а я так делаю небольшие отклонения от маршрутов экскурсии и еще немножко снимаю. До этого был здесь в 2015 году. С тех пор ничего не изменилось. Да и как тут может измениться, когда деревья растут по тысяче лет? Есть здесь внизу посаженные кактусы, а есть кактусовая какая-то галерея, что ли. Ну вот галерею платно, а вот где здесь кактусы посажены, смотри на них и трогай, пожалуйста.
планировали еще искупаться здесь внизу на пляже. Не знаю, пойдем, нет. Банановые пальмы. Но, как рассказывали мне в Египте, банан – это не дерево, это трава. Куда? Пошли. Его называют фонтан слез. Он, ну, мы еще подошли, спрашивают, почему он вроде не работает, а они здесь по капельке капают. То есть он не вот что там льется, а по капельке капают. И как бы он называется фонтан слез. А вот здесь вот лежат вот две розы, красная и белая. Я работал помощником вальщика. У меня был такой шест. Ну там деревья, ну где-то вот такие вот, и тут эти вот там листья и все прочее. Вот он там пилил, а я его толкал. Очень красивое женское тело, согласен? Оля была права, экскурсионное сопровождение по Никитскому ботаническому саду, ну, 100 рублей билет. Ну, идем купаться. Никогда не покупайте ничего в таких местах. Не хотите, если 3 раза переплатить, зачем вам это? Дима, основная часть расходов на отдыхе – это питание. Откажись от общественного питания, ты сэкономишь колоссальные деньги. А если еще даже то, что ты будешь покупать, будешь делать правильно, это просто становится обычное питание домашнее, как дома. Цены адские. Из 3 посещенных мною пляжей Приморского в городе Массандровского и пляжа в Никите последнему ставлю 4, Массандровскому 3 и кол 1 Приморскому. В той воде вообще купаться невозможно, она мутная, грязная. Как тебе понравилось? Да, ну уже я устал уже. Вода хорошая, да. Понятно. Мне оппонирует. Я так назвал этот пляж превосходным. Начинаем обратный путь. Надеюсь, он не будет очень тяжелым. Потому что идти все время в гору. В гору, в гору, в гору. А горы все выше, а горы все круче. А горы уходят под самые тучи. Узнали, что здесь ходит 29-я А маршрутка, которая идет от нижнего выхода в ботанический сад до Спартака. Ну, мы об этом не знали, да, лоханулись чуть-чуть. Закончилась поездка в Никитский ботанический сад. Ну, скажу я вам, что выбирать его для прогулки из Ялты можно только, если вам больше нечего делать и отсутствуют другие какие-нибудь более интересные варианты. Попытался снять для вас максимально объективно. Если понравилась прогулка со мной, ставьте лайки. Чао!